Мне кажется, вообще город становится интереснее и красивее, когда различные виды транспорта, люди ходят пешком, на самокате, на велосипеде, передвигаются различным образом. Это очень здорово, наш город становится интереснее. Конечно, есть был внутренний страх, вот, когда ехать по дороге, и вот это ощущение, когда машина проезжает мимо тебя, вот этот ветерок, который образуется от этого движения. Это было страшно сначала, но потом тоже это преодолевается. И как-то чем больше машина, тем больше страх рядом, не знаю почему, но... Езда на велосипеде помогает нашему эмоциональному состоянию. Мы знаем, как сейчас много людей страдают от депрессии, от стресса. И езда на велосипеде, так как она находится на свежем воздухе. Плюс, когда наше тело двигается, это тоже хорошо влияет на наше эмоциональное состояние. То есть с прогрессом это не значит, что мы все должны автоматически переходить. Вот сейчас, потому что мы живем в 21 веке, все, есть уже машины, значит, у нас у всех должны быть машины. То есть все зависит от того, от твоего образа жизни и тот километраж, который ты обычно делаешь в день. И от этого надо выбирать вид транспорта, то есть велосипед пешком, потом может быть велосипед, если это там плюс 10 километров, потом может быть мотороллер или как он там называется еще. То есть у каждого вида транспорта есть свое предназначение. И мне кажется, иногда мы часто просто покупаем, потому что она у всех есть, или это надо сейчас иметь, да, эту машину. Для начала, что не трудно сделать, изменить, это вот хотя бы вот этим желтым цветом покрасить, выделить пространство для велосипедистов, как вот на улице Пушкина сделали по другим дорогам, это уже будет намного облегчит жизнь велосипедистам. И второе, убрать машины, которые припаркованы. Если бы люди могли летать, то есть вот езда на велосипеде примерно такое тебе дает ощущение. Действительно, и съехать с горочки, с ветерком, это супер ощущение. Если у тебя каждый день, если использовать его, вплести в жизнь, и каждый день ты такое можешь делать, это конечно, очень здорово.